Ангела Меркель подверглась томатной атаке. Во время предвыборного митинга недовольные ее политикой сначала освистали канцлера, а потом и вовсе закидали помидорами. Сам этот момент на видео не попал, однако следы нападения остались на пиджаке Меркель. Она, впрочем, отреагировала на все с улыбкой и продолжила речь. До выборов в Бундестаг, от которых зависит, сохранит ли Меркель пост канцлера, остается меньше 3 недель. Агитация в самом разгаре. Главным соперником Ангелы Меркель является социал-демократ и бывший глава Европарламента Мартин Шульц. Но по популярности, как свидетельствует опрос, он значительно отстает от своего действующего канцлера.